Мы все ответственны должны быть за то, чтобы этот мир был как можно добрее, был как можно чище, и чтобы мы друг другу были как можно ближе, чтобы мы хранили и ценили те мгновения счастья, когда мы в радости вместе. С праздником вас, дорогие друзья! Послы, я как дуаен корпуса послов стран СНГ хочу искреннюю признательность, благодарность от всех нас прежде всего выразить меру руководителю города Москвы Сергею Семеновичу Собянину. Хочу поблагодарить руководителя департамента Владимира Васильевича Черникова, который только что выступал перед вами. Весь департамент во главе с ним сделали очень много, провели большую работу для того, чтобы мы могли сегодня есть со мной. Oh,
всем белом свете.